Всем привет, меня зовут Эрик, я давно уже готовлю к ЕГЭ, а в 23-м году вот такой сюрпризик нам подготовил мистер Ященко и, не знаю, сделал выстрел, как угодно это называйте, в такую экономическую задачу, которых реально многих порешало. Но давайте вместе разберемся, настолько она ужасная или не совсем. Что у нас есть? В июле 25 года мы взяли кредит на 1400, короче, на миллион четыреста, на 10 лет свой возврата такие. Каждый январь долг возрастает на 10%, все понятно. Потом мы что-то платим, все понятно. Первые 5 лет долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года. Казалось бы, дифференцированный платеж, но первые 5 лет это все ломает. Да? Просто на какую-то сумму уменьшается долг. А потом следующие 5 лет Долг должен быть на одну, на другую, одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года. То есть сначала долг уменьшается как-то там, не знаю, на x уменьшается, 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 давайте так и подпишем. А потом на другую сумму будет уменьшаться 5 лет, на y, на y, на y, на y. И нужно найти будет платеж в 2026 году, если общая сумма выплат 2120. Окей, взяли 1400, 2120 отдали, можем сразу посчитать, что 720 тысяч ушло в погашение процентов. 720 тысяч – это все проценты, которые мы заплатили банку. Ужас. Короче, как это делать? Давайте попробуем просто понять, что вообще происходило. Вот сначала мы были должны 1400 Рублей. А потом долг э, уменьшался все время на какую-то величину. Я сказал, давайте эту величину будем считать x. И мы сейчас запишем просто, каким был долг после того, как начислили процент, а потом мы что-то отдали. То есть, как бы две операции прошло: начисли проценты, мы что-то отдали. И долг должен быть меньше, ну вот на какой-то x. Да? Потом опять нам начислили процент, мы что-то отдали, и долг должен быть на такую же величину меньше. Но вот чем на предыдущей строчке. То есть минус x и минус x. Ну, я сразу напишу, что там минус 2x. Но аналогично, да, миллион четыреста минус 3x. Потом миллион 400 минус 4x. Потом миллион четыреста минус 5x. То есть вот здесь вот, вот первые пять лет мы что-то платим. И мы платим так, чтобы долг уменьшался на x. В итоге там, через 5 лет мы придем к тому, что наш долг уменьшится на 5х. А потом идет уменьшение на y. То есть миллион четыреста минус 5х и минус y. Дальше миллион четыреста минус 5х и минус 2y. Какая-то другая, но одинаковая сумма. Миллион четыреста минус 5х минус 3y. Миллион четыреста минус 5х минус 4y. Миллион четыреста минус 5х минус 5y. Но вот это вот, это... То есть мы 5 раз выплатили по X, 5 раз выплатили по Y, то есть это равно 0. Это после наших 10 выплат, а после 10 выплат долг должен равняться 0. Очевидно, мы за 10 лет все заплатили. Это, кстати, очень интересное уравнение, мы еще к нему вернемся. А теперь давайте запишем вот это вот. Все проценты это 720 тысяч, а как с этим работать? 720 тысяч. Это проценты, которые мы заплатили в первый год. А первый год начисляются проценты на всю сумму 1400. То есть это будет 1400 умножить на 0,1. Угу. Потом начисляются проценты на эту сумму. 1400 минус x умножить на 0,1. Потом я даже ничего пропускать сейчас намеренно не буду, чтобы у вас ну, не было там дополнительных каких-то вопросов. 1400 минус 3х умножить на 0,1. Плюс. 1400 минус 4х умножить на 0,1. Плюс. 1400 минус 5х умножить на 0,1. Плюс. 1400 минус 5х. Я устал. Конечно, мне бы хотелось что-то пропустить, но не буду, чтобы вы все понимали. Минус 2y на 0,1. Плюс. 1400 минус 5x минус 3y. Дальше будет минус 5x минус 4y на 0,1. Я не буду, конечно, писать вот это, потому что это равно 0. То есть, ну, какой смысл там на 0 уже проценты не начисляет. То есть, все, я записал все проценты, проценты, которые я заплачу каждый год. Видите, где 10 раз я плачу проценты? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раз плачу процент, потому что взял кредит на 10 лет. И у меня тут проблема. Это уравнение с двумя неизвестными. Я не умею такие решать. Ну, значит, второе уравнение, где должно быть. И вот оно. Да, давайте еще раз к нему вернемся. У меня был долг 1400. Я 5 раз уменьшал этот долг на x, еще потом 5 раз уменьшал его на y. То есть я всего уменьшал его 10 раз, потому что на 10 лет я взял кредит. И после того, как я уменьшал его 10 раз, долг мой должен равняться нулю, потому что я за 10 лет кредит выплатил полностью. И мы можем отсюда что-то уже вытащить, равно 5x плюс 5y. Давайте все поделим на 5. С этим, конечно, есть проблемы. Ну, по-моему, это будет 200, 280, да? Я нашел сумму x плюс y. Соответственно, я могу выразить. Ну, давайте выразим переменную y равно 280 минус x. Могу, кстати, объяснить, почему надо выражать переменную y. Потому что я хочу узнать платеж к... в 2026 году. Что я хочу узнать? Платеж в 2026 году. А что чё, а чё я там вообще платил в 2026 году? Я платил, это же вот самый мой первый год, да, получается. В 2025 я взял. В 2026 я должен был заплатить проценты с этой суммы. Плюс я должен был заплатить этот x, на который, как раз в следующем году у меня долг уменьшился. Вот почему у меня здесь минус x. Потому что я в первый год заплатил проценты на 1400 и еще заплатил x, уменьшив тем самым долг на x. Именно поэтому у меня во второй год начисляются проценты вот уже на эту сумму. То есть мне нужно, в ответе у меня будет там 1400 умножить на 0,1 плюс x. Вот что, что я должен буду дать в ответе. То есть мне нужно найти x, а для того, чтобы найти x, мне нужно выразить y через x и подставить вот в это мое уравнение, которое мне не очень нравится. Оно длинное, но и ничего. Я, в принципе, мог бы сразу вынести 0,1 за скобку, но боюсь, что я потороплюсь, и вы что-то вдруг не поймете. Поэтому давайте я пока не буду. Uh, все в начале все то же самое умножить на 0,1. Ну, дайте мне немножечко пропустить хотя бы, да, на 1400 минус uh, 5х умножить на 0,1 плюс, uh, плюс вот теперь вот сюда здесь видите минус у. 1400 минус 5х минус у. Ну, вот здесь вот короткие расчеты: минус 5х и минус у. То есть минус 280 плюс х. Это что такое? Будет uh, 1120 минус 4х. 1120 минус 4х умножить на 0,1. Супер. Идем дальше. Теперь я вот сюда подставляю. Мне нужно вычесть 5х, да, и вычесть уже не просто у, как я это делал здесь, да, а вычесть 2 y То есть вычесть 560 и прибавить 2х. Минус а 500 это 900, 840 получается. Плюс 840 минус 3х. подобные да, привел умножить на 0,1. Дальше я к этому прибавляю. Вот теперь я вот сюда это буду подставлять. 1400, я вычитаю 5х и прибавляю... О, и вычитаю еще 3y. То есть я вычитаю 3 раза по 280. Это 600 э, и сколько? 240, минус 840 и плюс 3х. Э, минус 800 это 600 и минус 40, 560. 560 минус 2х умножить на 0,1. И в конце у меня вот сюда, я теперь, представляю, я должен вычесть 4 раза по y. То есть я вычитаю 4 на 280, это 8320, это 1120. И прибавляю, прибавляю 4х. Почему прибавляю? Потому что я вычитаю минус 4х. Да? Так, получается это 300, сколько? 280. 280 минус x умножить на 0,1. Все. Вот оно мое уравнение. С этим уравнением я работаю дальше. 720. Но давайте я вынесу 0,1 за скобки. Что я получу в скобках? Я в скобках получу 1400 плюс 1400 минус x плюс 1400 минус 2x плюс 1400

720. Давайте на 10 умножим правую и левую часть. Здесь единица, ну, здесь пропадет. 0,1 на 10 это будет единица. Будет 7200. Еще раз, я домножил правую и левую часть сейчас на 10. И, а здесь просто вот что получится. Так, 1400, 1400, 2 раза по 1400, 3, 4, 5, 6. Смотрите, это 7, это 8. 8 раз по 1400. 8000.

косаря x равно 4000 мы поделим на 25 и 100 на 25 мы поделим получим 4 а это 40 раз по 4 как будто бы это получается 160 но знаете какая ошибка бывает и на самом деле даже у меня иногда хочется взять и 160 сразу в ответ захерачить, потому что это x я его так долго искал вот я его получил но перед тем как записать ответ нужно прочитать вопрос платеж в 2026 году да, еще раз, 2026 год, я напомню, это вот первый раз, когда мы приносим деньги в банк. А мы приносим деньги, какие деньги? Мы приносим погашение процентов, это 1400 умножить на 0,1, плюс наш вот этот первый платеж X. То есть вот что мы приносим, какие деньги в банк приносим. Здесь получается 140 плюс вот эти вот 160, которые, которые X. И в итоге получаем 3 сотни. Три сотни. Можем теперь спокойно записать а, ответ. Как здесь записать ответ? На ну, три сотни тысяч рублей. Делитесь своими впечатлениями об этой задаче. Действительно ли она такая прям страшная и ужасно нерешаемая? Или нет? Мое мнение такое, что это была одна из самых сложных задач в 2023 году. Но вполне решаемая. В общем, подпишитесь обязательно на канал, здесь много разборов, здесь огромные и крутые стримы, которые там по 4 часа, по 5 часов, по 6 часов длятся. Все это пересмотрите и будете готовы к экзамену, поэтому обязательно с вас лайк за это видео и подписка на канал. Всем пока.